Жители Московской области, переболевшие ОРВИ, COVID-19 или гриппом в легкой форме, теперь могут закрыть больничный лист онлайн, записавшись на телемедицинскую консультацию. Для этого необходимо зайти на сайт telemed.mosrec.ru, перейти в соответствующий раздел, затем в личный кабинет на портале госуслуг, и можно ожидать звонок медицинского работника. Важно, если у врача вызовет сомнение полное выздоровление пациента, он назначит очный прием.